В парке «Наташинские пруды» провели ежегодную благотворительную акцию «В помощь бездомным животным. Дорога домой». Главная ее цель – пристроить четвероногих друзей в добрые руки. Из некрасовского приюта в Люберецкий парк привезли лаек, овчарок и обычных дворняжек. Виктория Добычина вместе с другими волонтерами тоже ищет хозяина для своего подопечного. Дружелюбного метиса по кличке Пуговка щенком доставили в приют полгода назад. Видно, что у нее в роду было... смесь коротколапых, смесь лайки немного есть. Она попала в приют по отлову. Ранее ее жизнь неизвестна, но она жизнерадостная. Друзья, всегда в рощу выбегает, быстрее всех бежит к людям, к детям. Отдыхающих в парке много, но не каждая семья может взять собаку. У одних домашние питомцы уже есть, у других плотный график работы и некому их выгуливать. Кто не готов приютить четвероногого друга, тоже может помочь приюту. У нас специально есть площадка, где могут желающие принести нам корм, постельное белье, лекарства, сыграть беспроигрышную лотерею. Все собранные пожертвования пойдут на закупку лекарств. В Люберецком парке выставку «Дорога домой» проводят 6 лет. В этом году на ней представили более 20 собак. Всего в некрасовском приюте обитают 3000 четвероногих. Собака – единственное живое существо, которое ценит жизнь своего хозяина больше, чем свою. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.